Новогодние каникулы – это время, которое нужно проводить с пользой. Помогают в этом спортивно-досуговые клубы. Расположены они во всех частях областного центра. Только в Засвияжье в клубе занимаются около сотни школьников. Здесь можно поиграть в теннис, освоить бокс, сразиться в интеллектуальных баталиях, а теперь даже отпраздновать день рождения. На символическое открытие этого помещения пригласили тех, кто помогал его ремонтировать. Первыми за стол сели родители детей, которые здесь проводят свой досуг. Кто-то сшил шторы, кто-то помог с косметической отделкой кабинета. Помимо этого, каждый день у нас по плану проходят какие-то мероприятия. Новогодние каникулы не исключение. Дети приходят к нам с удовольствием. И помимо занятий в объединениях, участвуют в мероприятиях. Сегодня, например, у нас спортивные новогодние соревнования на улице проходят. На свежем воздухе состязаниями заправляет Дед Мороз. На старт! Внимание! Марш! Дети проходят полосу испытаний. Задания самые разные. Кто-то оказывается более быстрым и ловким. Но в итоге сладкие призы получает каждый участник.